После прекрасной прогулки семья отдыхала в своей пещере. Киара порой по ночам плакала, что предала свою семью. Ее младшая сестра, дочь Кову и Налы, Раиша, спала рядом с мальчиками. Кову снились странные сны, которые что-то значат. Но он мог бы узнать Рафики, но того прогнал еще до войны с зебрами. И вот один из этих снов ему сегодня и приснилось. Кого оказался в странном месте, где вокруг был лишь белый туман. Услышал странный смех, что оказался рядом. «Хе-хе-хе-хе! Привет, Кову! Я все время ждала тебя!» Появилось странное лицо среди тумана с окровавленными клыками. «Что за...» – испугался лев, а побежал от лица. «Куда бежим?» Лицо каждый раз приближалось, спрашивало возле уха. «Что вообще происходит?» Не знал Кову, что делать здесь. Вскоре лев останавливается и оглядывается, лица не видно. Он немного успокоился, перевел дух. Пока он оглядывался, чтобы найти выход, под ним выросло черное пятно, обхватило его лапы. Кову не ощутило их, но хотел пойти, но не сдвинулся с места. Глянув на свои лапы, он увидел под собой это странное пятно со щупальцами. Попытался высвободиться. «Не пытайся, все равно ты заключил с нами договор. Ты продал нам свою душу, как и шрам». Появилась странная белая львица с теми же клыками. «Кто ты такая?» – стал рычать Кову. «Зови меня как хочешь, потому что у меня много имен, и являюсь всем в любом виде, как ты этого не хотел. И даже здесь тебе никто не поможет, а ведь один из моих детей пошел против нас». «И что ты хочешь мне этим сказать?» «Соглашайся на мои силы, чтобы противостоять добру. И мы еще больше завоюем других жителей твоего мира». «А что взамен хочешь от меня?» «Либо твои возлюбленные, а либо твой последний детеныш». Белая львица испарилась. Вскоре стало все чернеть, а там стали появляться странные глаза, слышались голоса. «Это же Кову! Неужели он продал душу главной дьяволице?» Что смог услышать Кову. «Кажется, я промахнулся», — грозно кто-то сказал. Наверное, это был сам Шрам. «Да что вы не можете сказать более нормально, чем бубните?» — проворчал сам лев, идя вперед. «Его Шрам. Шрам напомнил его нам». «Он его сын?» «Ничего, его частица в мире смертных». Кого слышала эти голоса и слова. Кого не заметил, как оступился, он успел ухватиться когтями за выступ. Вдруг за его лапы кто-то ухватился когтями, а лев глянул на того напавшего. Перед ним сначала было черным облаком, пока перед ним не предстал его младший сын Хадари. «Хадари?» — не поверил своим глазам король. «Как ты сбросил символ, так и я сброшу тебя! Как шрам своего брата!» Сказав такие слова, Хадари был не тем, кого хотела видеть Кову. Его глаза напоминали ту львицу. Хадари сбросил Кову со скалы. Лев полетел прямо в огненную реку, лаву. С криками король проснулся. От крика пока проснулась Кера. «Что такое Кову?» «Не знаю, опять страшные сны», — ответил он. «Может, и тебе самому надо измениться?» «Зачем?» — приподнялся лев. «Ведь как ты стал на сторону Шрама, тебе стали сниться совсем такие странные сны, что ты не высыпаешься в последнее время», — посоветовала мужу Киара. «Подумай над твоими словами. Я пойду пока прогуляюсь. Может, все обдумай и посплю там».